Блять. Женек опять бой повешает, нахуй. Не агрите, пока никого, лут раздам, потом будем бить всех. Так, поехали, блядь. А кого бить у нас? А не, не отображается, кстати. Сейчас. Че похуй. Лут перекинь, поменяй. Сейчас. Дай мне ассиста. О, поехала работать. Гангстер. А что там по токенам шамановским? Если не надо, отдашь шаману. А тебе токены нужны или тут 9? Нормальный толпа, ебать. Хуя ты нечаянно, как шеф-повар, я ебал вообще. Эти токены уже будут за ГП, потому что те предыдущие, они продаются у вендора. Голова и грудь. Ой, а там ролили плащ? Тогда один мне дай, и все, хватит. Ты там что, блядь, ты в заводе играешь? Второй токен нужен кому-то? Я на этом, на шинке работаю. А плащ ролили? Второй токен нужен? Нет. Нет, никаких курить. Курить уже на то время, блядь. Блядь, нахуй ты мне тебе, блядь, токен скидываешь, блядь. Они вчера не пылятся. Ты выкидывай их. Можешь там шаману отдать, если не надо. Ну, шаману в натуре. А почему так сфера мало 4 штуки? Все, что ли? И все остальные говорят, и все. У меня нету ни одной. Мало сфер нападал? Ну ладно. У нас только с робота падали сферы, из собрания одна и все. Сфера у босса еще. Сюда плащ. А ему, наверное, кто больше не ролит, кроме меня, да? Ну а кому он вообще нахуй нужен? Бедному приставу. Да, он на этом лайву не дает, можешь повернуть? Давайте. Дай шаману, ты этот, как у... Маджик. Токен, вернее, токен, о, вспомнил, да. Да я тебе дал токен, проснись. Да, а второй пусть сдаст мне. Все равно распылить не может. И я его уже удалил. А, бля. Я бы, может, нахуй себе когда-нибудь создал бы. Так ты там жми main spec, off spec. Так я на одну шмотку нажал, а на вторую нахуй мне ГП так. Ребята, давайте в темпе вальса. Время уже 20 минут 4. Сейчас мы еще не знаем, сколько мы просидим на мимироне там ебаном. Бафните. Дай лут на космополит онлайн заберет быстрее. Раздополитесь нахуй, пожалуйста. Товарищ. Да. Ай, ты по какому каналу вообще были болты? Все, скажешь, когда заберешь. А сколько ЕП за фулл рейд? Да будете вы ебать. Это, шкаф дайте, что ли, чули вы стоите. Стоим. Хуй знает, ебать. Стоят, блядь, прыгают. А, ребят. Да похуй, сколько. За фаури там 3300, кажется, получилось. Много. Больше. 3800. Что это даст, если ты будешь знать, сколько там ЕП? Ну, просто... читать. Никогда расчетами в ЕПГП не занимался. Давайте, бафаем. Кто не был на пожарнике? Шаман был, но, блядь, так, чисто потаяли и все. Чисто, блядь, отдохнули, чисто по кайфу, так посидели, да, короче? Калик, чисто калик забили, ебать, чисто почилили, да? Ну, это вопрос, мы его в харду моде или в обычном? Квем, конечно. Мы изи моды не делаем, нахуй, уже следующий контент открыли, блядь. Не, ну мало ли, типа. Т4 да. Уже у полрейда есть. Режим ускорения.
Теперь первая, вторая в левую кабинку, третья, четвертая в правую. Давайте по хилам. Два друида в левую плюс шаман, Ладомир со мной пойдет направо. Так, огонь по команде, короче, ну, бля, короче, пуху, сейчас отраним, все поймут, ебать, не впадло объяснять этому человеку. А, поставьте метки, как мы разбегаемся на этой, блядь, на второй фазе. Сейчас. Я три метки поставлю, три вот эти. По ним рассосемся. Вы в прошлый раз придумали пять меток, блядь, стоять. Огонь, огонь, блядь, не сносим, просто первый огонь, точнее, третий огонь, сейчас. Вынесем его назад, немножко просто все назад сместитесь, ебать, и вперед обратно. Просто стоим, дамажим. Ну метки где? Вся, да, я релогнусь, блядь, мне дон не позволяет. В минах, блядь, не стоим, на первой фазе ренжу держим. Класс, пьем, припот и пьем. Ебут. Парни. А, парни. Смотрите, что ты нахуй за костюм, блядь? Метки чисто такие, блядь, ну, ориентировочные, не надо прям в них стоять. Поставь поближе, чтобы все станут, ебать, да. Вот, сейчас назначу пати, и просто, блядь, вот эта пати разбегается по кругу, рассасывается этой метки. Но не слишком далеко от босса, чтобы скиллы, блядь, доставали. Давайте, мириками, нахуй, третья пати, давайте по ромбику рассосется, четвертая пати по кружку, ебать. Все остальные... По звездочке, по кругу пизданетесь, там хилы там сами распределитесь. Все, давайте, короче, даю рычаг на бафа на пол. А, на четвертой фазе как бегаем? Пати распредели. Ну, после... третья пати со мной бегать? Его... Давайте, третья пати бегает в центре, с Абу-Даби, ебать все. Четвертая пати бегает возле ебала босса, правильно же? Ну да, под стеночкой, ебалом босса. Да, хилы там тоже там перемещайтесь, чтобы доставать хилом и потеете. Так, проебал я вспышку с готовностью, даю еще раз. Давайте, все, поехали. Собрались там. Не слакаем. По команде выбегаем, слушай. 5, 4... 3, 2, 1, огонь. Давайте портал. Все, рассосались, пиздим его. Милики, аккуратнее. Мина, ебать, отбегайте нам. Прошу, умоляю, освобожденька нахуй. Три человека поутали, очень плохо. Фига. Жаль. Хорошо. Блять, ну вы заебали, алло. Блять, помогите. Дальше, БР сухо. Да как вы так лутаете, я в ахуе, блять. Да бафайте. Ренжу, блядь, не берите на. Сейчас огонь 3 секунды. 2. Шаман, в чем проблема? Огонь. А, взрыв какой-то был. Ну, мины, блядь, под ноги смотреть надо. Так я вообще стоял на месте. Ну, он под тебя мины кинул, ты рядом с ним стоял. Ага, да. Ебать смешно, нас. Убивай. Да я прохилил его, потому что стоял. Идем в угол. Сейчас сейма нажми. 5, 4. 3, нажимаем, 2, 1, выпрыгнули. Охуительно, ебать, выпрыгнули, вообще просто гений нахуй игры. Не можете, блядь, забиться в ебаный угол. Забафайте шамана сразу. И пук БР нечаянно. Блядь, нечаянно, быстрее, чтобы бафнуть. Куда вы разбежались, сейчас второй раз. Двигаем крест, двигаем крест. 7 секунд огонь. 5, 4, 3. 2, 1, выпрыгнули. Вставай, ничья. Бахнули друиды. Рассосались. Сейчас нажимаем припота. Что, сейчас надо с герой, да? Да, геро. Далеко опять рассосались, ёпнусь. Поближе встаньте. Пламя 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Огонь. Не надо сбегаться. Ну, Суф, опять ты умираешь, что этот залупит? Ты чё, рофлишь, блядь? Суф, отойди оттуда. Куда он отойдёт? Он мёртвый, блядь. Сейчас лазерный будет. Космо, Берни. Лазер.
Мили, осторожно, у вас, блядь, там огонь. Блядь! Блядь. Я ебал нахуй. На хп читаю, прочитаю. Стоп, боярни меня быстрее, стоп. Понял, отошли. Добивайте, быстрее. Вайтхорд на шп, на хп. Нажимай сакрул. Добивай. Суф, подними столовку. Все, у нас нету БР, здравствуйте, нахуй. Космополит есть, что нету, не спеши. Все, сдавал космополит БР. Крестик. А, нечаянно есть, нечаянно сдавай. Бегайте, сейчас огонь будет. Одна секунда, отбежали от огня. Крестику бегите. Кого там бежите? У вас что, все, что ли, пизда, танка нету? Вставай, забафали его. Забафали. СС дайте по столовке. Голову держи. СС по Суфу, по Квину, все, кого назначали, дайте СС, блядь, по ним. Я дал Суфа. Суфа снимите, бошку. Бумбота сразу лови. Стоим здесь, огонь 5 секунд. Кучку. 2 секунды огонь, 1 секунда огонь. Бумбот, отошли. Отошли. В одну сторону. Парни, стойте. Блядь, у нас все хуёво, пойдемте. Продвигаемся. По лишним этим петухам играет Саша и пуп дракона. Как ты умер, мах? Шар плазма влетел. 17 косарей. Не срывайте, огонь 2 секунды, одна, перебежали. Мне инер нужен, друиды, зарядьте под инер. Бумбот. Да перемещаться там огонь. Бля, бомбот взорвался. Тут стоим, да, у меня следующий. Пламя 5, 4, 3, 2, бомбот, 1, огонь, перебежали. Перебегаем дальше. Ну как вы умираете на этой фазе? К ромбику бежим. В огне, потому что. Тебе просто бегать надо и под ноги смотреть, блядь, что тут? Стоим, огонь, блядь. Это вообще нахуй не отмазка, блядь. Хиливый. Бомбот. Что не отмазка, ты чекни. Бумбот. Огонь 5, 4, 3. Опледнение огонь. 1, огонь, перебежали. Никто спускать не собирается его? Нет. Бумбота бить голову. Вся комната потушит, все звука. Огонь 5, 7. 4, 3, 2, 1. Огонь, перебежали резко. Сейчас сюда все эти побегут. Задувать. Бумбот. Каску дайте поприсутствовать, типа, у меня каски нет. Доигрывайте и оставляйте двухсигнальных. Сейчас посадили бошку бумбота. Миша, дай мне каску, Миш. Трэш, доигрывайте. Убейте сейчас, двух, там вышли, убейте новых. Там дохуя вышло, огонь перебежали. Блядь. Блядь, нас сейчас задуют тут нахуй. Все, сейчас. Что, оставили? Играем. Огонь 3 секунды. 2, 1. Огонь. Побежали. Переводи бурс. Ему по кому стреляет? На нахуй. Миша взорвался, ебать. Играем. Огонь. Обстрел. Хороший обстрел, кстати. Пламя, отбежали от пламя. Шаман Гилл может сдать по умершему. Давай. Переводи босса далеко у нас. Хуяно. Тут везде огонь, нахуй. Да, переводи кнопку. Из центра веду. Переводи кнопку. По кому это пидораска стреляет? Дайте мне инфу, пожалуйста. Шоковый. Голова по кому стреляет? По танку она стреляет. Огонь. Хорошо, огонь. Ну не взрывайтесь, алё нахуй. Ирландец.
по тебе стреляет. Словку голову забирает. Отошли от этой хуйни. Добейте последнего сигнального, он шарит. Да нет, это вайп, все, это плохо. Боже, если это почему. У нас Миша упал, и все, и прохил упал, нахуй тоже убивать. Я говорил, дайте СС блять по хилам, че не дали? Я дал суфу. Не упал еще. Блять, ну от мин-то, блять, не надо, наверное, взрываться, особенно хилам. Че, заходим в лужу, да? Да, да. Дружок. Я вам, блядь, нормально, блядь. Нихуя сложного нету. Бегайте, смотрите под ноги, блядь. По минам не надо топтаться. Но на третьей файне уж точно, блядь, не нужно умирать. Я хода как там люди дохли просто. Да на второй тоже там нехуй умирать, блядь. Тем более, будучи магом, блядь, блинк есть. Сигналик, да, много задушили. Хуй знает. А их, они, их много и не нужно. Life Force, ты не бьешь сигнальных, и я верно тоже не бьешь сигнальных. Сигнальным бьет только пук дракона, блядь, и я буду. Два человека их забреют. Спокойно. Я не понимаю, а про мага чё в мою сторону? Я же линканул инфу о смерти. Я всё понимаю. Пачка, бегай со всеми просто. Да, при чём здесь пачка? Его голова задушила. Не могли бы нажать. Да ладно. Не срывайте голову. Если видите, срывайте, другую часть тела играйте, либо стопните. Говорят за тупым, только, блядь, тем, которые, блядь, умирают, не могут... На минах, блядь, не духните, а на огне тоже, блядь. И бошку не срывайте, она пиздец как дохуя бьет. Пусть только танки. Давай это, слышишь, Саня, давай 3 минуты покурим, чтобы БР откатились. Давайте, только 3, блядь, 3 минуты. Блядь, вот, смотрите, там 3.5 минуты, у нечаянно БР, вот по нему ориентируйся. Я ставлю 3 минуты, перекур. Кого не будет по окончании перерыва, я прям сразу даю инста, ебать, даю готовность. Кого не будет, я ГГП сую. Поставь джекси, пожалуйста. Да. Вот джекси есть, поставьте джекси, ребят. Блять. Разбегитесь. Ебали джекси прям в толпу. Чи
чините сразу всем. Все, перерыв кончился. А где Дживс? Я в топе стоит. Женек, заходи. Ярче. Все, все, хуям, молодцы какие-то. Женек! Не пойти себе, блядь, страшно, нахуй. Пугал, блядь. Давайте, бах. Женек. Он вылетел. Или релогается. Плохой, блин. Так, давайте ребахнулись. Отыграйте, блядь, нормально, раз, нахуй, и все. Давайте по местам встали все. СС сразу раздайте все. А рыбу не давали? Была рыба, не дали рыбу. Без рыбы пойдешь. Да сейчас даже ГП не боится уже, блядь, похуй. Конечно, всем похуй. Сейчас же хуйня с порталом не работает, да. Лак. Не работает. Да. Стали все, да? Стали, давай. Ставись. Нажимай на него. Вася, раздуплись, блядь, не умирай, нахуй. Вася, беги в звездочку, блядь. Не морось. Огонь. Ну, Вася, ебать. Блядь, стоит, нахуй. Отдыхает. СС был? Нахуя ты пишешь, блядь? Мой был СС. Нахуя ты пишешь, если у тебя есть Дискорд, блядь? Саша, поверим. Наберите раньше уже, пожалуйста. Огонь, 3 секунды. Топово-то шли. Я не шлю. Дайте прибав. Я пос... Блядь. Ну вы чё, ёбаный в рот? Ой, блядь. Суп, БР, блядь, просто на первом пазе БР разовим красиво. Как так огонь разлили на другой половине, нахуй? Отойди, дайте, отойди, Саш. Пламя 3 секунды. 1 секунда. Огонь. Лежал. Ну, хильте, Малага, хильте. Где ты, Малаг? Ой, блядь, вы заёбываете или что, нахуй? БР его нечаянно. Бейте. Переводить. Это, а, дайте, да. СС сейчас по хилам. Подбегайте, 5 секунд огонь. 3 секунды, 1 секунда. ЭМА отбежали. Повезло? Нечаянно Берри Малага, пожалуйста. Забафали его сразу, дайте СС по хилам. Нет, у меня 6 минут. Просто, блядь, 3 БР на первой фазе лучшие, но... Вы там... Лучше опять сбегайтесь. Подбегайтесь. В правый угол, не? 5, 4, 3, 2, 1. Отбежали. Все, рассосули сделали. Тотемы в мид, пожалуйста. Вера. Пламя 5, 4, 3, 2, 1. Огонь. Прав не туда, ближе к кнопке. Поджарим. Вышли из случая. Маша, сейчас лазерный будет. Лазер. За спину. Пламя 5 секунд. 4, 3, 2, 1, огонь. Отошли в мили. Егор, продлишь сокру. Продлевай. Даю на хп. Девайте, давайте сгруппировываемся около кнопки. В кресле бежим. Входите, звездо, сейчас скидывать будем. 5, 4. 3, 2, 1, выбежали. Бежи на реакцию. Жаль. Хочется его. Золото. Шаман, у тебя есть атем? Какой есть? На ману есть атем? Да. Ставь, даю гимн. Даю гимн тоже. Блять. Соловка, забирай босса. Одновременно нажали.
пламя 5 секунд группирую, ставить. 3, 2, 1, огонь, бежали, бомбот. У кого СС там откатились, можете сдать по хилам, у которых нету СС. 40, я суку дал. Бомбот. Пламя 5 секунд. Кучнее стали, кучнее. 3, 2, 1, пламя, убежали. Бомбот. Столовка, бомбот. Я на. Это пламя, говорит, может, мы снимемся? Сейчас, сейчас огонь будет, если снимемся. 5 секунд. 3, 2, 1, огонь, отбежали. Ай-яй-яй, боевый. Туманок. Давайте далеко пробежим, вот тут огонь. Да, давайте, обойдем. Бежим, бежим, бежим. Где звездочки? Вот тут вот встанем. Пусть тушит бомбот. Огонь. 4, 3, 2, 1. Огонь, отбежали. Как нихуево тушит, это вообще пиздец. Все, оставляйте двух сигнальных, не надо вон того играть. Добивайте, короче. Бля, как же они хуево потушили, это вообще пиздец. Сейчас печеньки затушат. Прошу вас, повнимательнее сейчас, минки, блядь, всю хуйню. Пламя. СС у кого откатились? Один. Пламя, отбежали. СС у кого откатились, ебашьте. Ебаш. Убери пета от сигнального, блядь. Аккуратно там сейчас бежит петух. Мины сейчас полетят. Мины. Сейчас мины будут. Пламя, 3 секунды, 2. Владимир, дай массакр быстрее сейчас. Отбежали. Кто может, хильте из камня. Лазерный. Сюда-то лазерный. Кто эти бейт? Пламя. Не, он же не дойдет до сюда, да? Не должен. Миликов, да? Ебать, тебе страшно было. 3, 2, 1, огонь, отбежали. Играйте, часть 7. Шоковый тосплю. Бомба сейчас взорвется, осторожно. Бомба. Так, у кого там БР? Космополит, БР меня. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас бомба взорвется. Пламя. 3, 2, 1. Огонь. Прибежали. Переводи далеко. Играйте вниз больше. Шок. Сейчас обстрел будет. Стрел хуёвый. Я успею. Блядь, не успел. Сука. Нормально, стоим, дамажим. Пламя 5 секунд. Дайте больше по голове, там 20%. Пук, бэкхау. Быстрее, быстрее. Переводи. В голову больше, 10%, везде по 5-6. А, охуенно. Блядь, ебать мины. Мины? Тело и в голову. Добивайте все остальные части. Тело побольше дайте. Все, добивайте. Тело, 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 тело. Тело, потом остальные. Сейчас шоковое будет, пламя 3, 2, 1. Пламя, прибежали. Все, добивайте. Низ, низ, низ. 50 тысяч низ. Быстрее, 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 быстрее. Да бейте, че бейте. Хорош. Нахуй вы его водите, блядь, там 50 тысяч, блядь, осталось. Просто на коляске, на. Дайте масс-рез. Да что на коляске, ты, блядь, сдох 82 раза, блядь. Да, в мины прям прыгаю, понял, нахуй. Не то, что на коляске, блядь. О, Ладомир, ГЦ. Ебать, чего? Ну это просто потому, что папа в рейде, блядь, привет, нахуй. Конец-то. У него же есть рейд такая хуйня, нет? Нет, так не такое. Это первый раз за всю историю гильдии упала триня, блядь. Я тоже первый раз вижу, блядь. С интеллектом.
И опять это кистевой бесполезно. Мишаня зарядился. Но второй раги у нас нету, кому, блядь, отдать. Так, для справки, мне кажется, с Алгалона десятки лучше три, не? Чем это. Так и надо вот эту из десятки с Алгалона. Да. Не, потому что там купить пополезнее, чем это. Вася, жми. Прощайся с 213-й, нахуй. Поздравляю тебя, Оби. Первая тринька есть в твоих плечах? Воин, охотник, шаман. Владимир, не смотри на меня так. Быстрей. А дальше шаману лезть не надо. Ну ты, может, нажмешь, блядь, мой инспект тогда? А мне чисто так, чтобы в этом, какого... Как он там, блядь... Что было? Нажми. Да, офспект жми. Ну, я нажал на успех, но все равно, чтобы ГБ не хочется просто получать. Ты уже накормился. У нас нету шмота без ГП, поэтому, блядь, привыкни к этому. Ну, если оно не покупает из ОД. Да. Давайте, ребят, вас связок съел, острокрыл Игнис. Давайте в темпе вальса. Кристет, нужен кому-то? Нет, хау, держи. 39-й шмотки, блядь, пилим, нахуй. Бля, пацаны, а паладинов нету, как агро держать, нахуй? Тебе кастет не нужен, что шаман на твою энх, ебать? Да, я все равно энх меня особо не играю, так чисто, чтобы были. Нахуй нужен этот энх, это чистая параша, блядь. Ты забыл, какой-то, блядь, ублюдок, нахуй, пьяный, придумал этот спек, нахуй, блядь, тут половина, блядь, ими играет и думает, что они охуенные, блядь. Не, ну в Т5-то нормально. Ну, в Т5, сравни в Т5 его, нахуй, с, я не знаю, там, с совой, блядь, нормально, нахуй? Не, НХ ебет Т5-то. НХ ебет чудост. Давай, блядь, пуляй. Я не видел ни одного НХа, когда играл на Х2, блядь, чтобы он давал, как сова, 34-35 тысяч ДП. Сейчас они НХи под 40 дают. Да-да-да. Когда есть миллион мобов, блядь. Да, если миллион мобов, еще больше дадут. Если миллион мобов, я тогда мы на Х2 не там, видел. Там херачат нехило. Там одни элемы играют в Т5. Там элем, блядь, дают миллиард, блядь, секстиллионов, нахуй. РДД не могут повыше встать, которые урон получают? Секстиллионов, ебать, да. Я еще, блядь, помню, когда только Т5 повыходил этот. У нас уже элемы там 60-70 тысяч на волноступе давали, там где трэша дохуя, блядь. Я, знаешь, что помню, я, блядь, про товаром Т5 еще, ну, сделали какую-то хуйню, что, типа, от ренжа, блядь, от глубокой раны вот этой, блядь, культа, короче, ну, помнишь, да? И потом его реворкает, нахуй. Ебать, там, типы такие, вот, там, блядь, вар танчит с двуручкой, я такой, блядь. Наркоманы, блядь. А, ладно, пиздец. Ну, похуй. Идем другой трэш, потом привержен. Ну, с двуручкой вар, это вообще пиздец, блядь. Дичь. Ладно, играем в приверженцы, а чё вы сбили, блядь, контроль? Приверженцы играть? Ну там неплохо щиток стакался. А шо йогал сейчас убиваем, плюс один или плюс ноль? Плюс ноль мы хуй убьём. Там тварим уже. Да он нахуй не нужен, тут плюс ноль, по факту. Плюс ноль падает только башка, маунт, и всё. Ничем не отличается. Ладно, потом оденемся, будем убивать. Да, там лучше какой-то заряженный. Ну, контенте. Да. Мы все равно... Все пока равно, я сюда... по краю, блядь, не дай бог. Все равно вставать. Будем, блядь, сюда ходить, потому что, блядь, волониры нужны. Да, и ОД здесь нихуёво так-то даёт. А ОД это, блядь, под похуй, блядь. Когда будет контент CLK отъявшего, ОД нужно будет. Ну так-то там одна шмотка 10-12 тысяч будет стоить. Да лажа это всё у тебя сейчас за... Время РБК и магика, и героика, блядь. 50 или 60 тысяч ОД будет. А если не больше, блядь. На каждом таре. Сейчас в Ольду сходил, блядь, сходил и к Оню, я не знаю, там 1007 нахуй залутал за одно КД, блядь. Да не 7, конечно, но, блядь. Да не, да хуй я лутаю отсюда. Ну типа, смотри. Зашел, у меня 5000 ОД было, и я вот сейчас уже девяточку имею. Ну, Ого, ты где 750 ОД, нахуй? Ладно, пойдемте в ту сторону, похуй. Косарь 200 за кару, косарь 400 за... Квест сделал. Квест на ключ сделал. Ах ты сволочь, блядь. Рецепт на ролл, нахуй. Это 5 косарей ОД в неделю.
Ну вот смотри, у меня сейчас 1870, у меня там было, не знаю, может, тогда как раз 70. Тут мы за этот инт залутали 1800. Да не можем убили. Мы еще не убили, блядь. Мне не хватало на шапку косаря. Я вот шапку взял буквально пару боссов назад, у меня 100 ОД, блядь. Ну у меня не было ОД, потому что я тоже себе плечи купил. Я никуда не ходил, кроме Аниксии. Давайте, Аверн, шипаешь звездочку, Саня, шипаешь печеньку и Жарим, шипаешь пироман. Элементаля забаню и сумеречному стражу дашь это. Корни. Давайте. Вон, блядь, найти вам нахуй добьем. Урога. Ну и чё? Бьем черепок. Сказал забанил, забанил. Бить. Мы будем лево бить не будем, да? Не-не, мы один пак. Бейте вот элементаля. Блядь, ну ладно. Вы всех разбанили. Бейте кого-нибудь, звездочку бейте. Печеньку он бейте, у него меньше всех хп. Я мут кинул, а там мага. А нам тоже мут. Блять, как кидают мут во время мута, нахуй. Ну ты бан. Разные школы магии просто, чувак. Я так хочу, нахуй, в ПВП делать. Чувак. Чувак, чел, блядь. Вы что, вспомнили этот, как он, блядь, негрозижному централу, где да, в начале-то, да? У меня чизбургер есть, да, там, блядь. Где там до скольки, до 21 не доживают, нах? Да, до 18. До 18, или да. До 17, блядь. Не, это, по-моему, с этого, блядь, такого фильм. Очень страшное кино, да, где они, чувак! Да. Когда они курили с этим, блядь. Ну, вообще-то, в этом тоже используется эта хуйня. Нет, да, полутай, нет, там, он там, типа, да, типа, чувак, трусы. Тебе хуется сюда. Да-да-да, вот этот чизбургер, да? Да, за мелочь, нахуй. Да не нужен этот чизбургер, блядь. Это 40 копеек, парни, если чё. Больно было смотреть, как страдает мой чёрный народ, блядь. Братва твоя, да? Тебе я там ещё завис? Валя, леса бежит. Мало этот контроль. Пацаны ты... чисто в контроле. Ты чё ещё был, ебать, как контроль спал? Носите. Нежить, наверное. А, он НД. Миша, ты теперь должен хилить как боженька, ма. Только щит не упал, жалко, с этого стрима. Я с Кары, кстати, какой-то щит нахапало забрал. С критом МП5. А вообще, типа, ну, у холи паладинов у них интайт, ну, влияет на что? На крит. На СПД. Крит СПД. Там вообще на все, блядь. Че, нам хватит этого или че? Да, 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 нам хватит. Ставьте тотемы куда-нибудь. Да, первую истерию я всегда вижу. Блин, постановка просто. Ставьте тотемы куда-нибудь. Да, я тоже стою, смотри, куда их тут поставить. Куда-нибудь поставьте, мы вокруг них потанцуем. Куда бог пошлет, хуяри нахуй. Короче, заебись. Где-нибудь вот тут тотемы ставь. Всё, блядь. Всё, вот вам две метки, пойдём. Они близко метки ли поставил? Да нормально. Ты ровнешь? Да нормально. Ну, далеко, блин. Да близко. Зачем так далеко убегать? Вот там вот поставить. Нет, я то, что типа... Да это предварительно, вы там сами смотрите. Я про то, что слишком близко к боссу будет, мне кажется. Не, нормально. Если вы что? Поставить, будете. Локи в Т4 уделывают... портал все поставили там сзади, все нормально. Уделывают фаермагов, что ли, ну? Давай. Гуляй. Всех уделывай. Иди гуляй. Т4 нет у магов. У нас нет Т4. Ты теряки вообще, ну, собака, ну, тупо. Он леса вообще. На пульте на него. Стань метку, ко всем. Хорош, ебать. Стоим, куда вы побежали? Все, столовка, да куда ты его... Да ты его ведешь, блять, нахуй. Я себе метку поставил, блять. Отведи блядь. Нахуй его отсюда. Нахуй его отсюда. Столовка кому-то записывает. Налево туда не надо бегать, потому что, блять, нахуй мобов спулить. Сейчас метка будет, без лика. Мало.
куда вы, блядь, перебежали теперь? Дергаетесь, стоите. Нервные, нервные. Там поверхность сусарева не брать, давай. Прибежать. Егор, дай по аверну. Блядь, вы как вы заебали? Когда вы научитесь нахуй играть? Нечаянно, шо у тебя нахуй не получается? Прибежали. Это ачивку хочешь? Ачивка, блядь. Сейчас ачивка, блядь, ну а шо? Сколько мы сюда ходим? Вышел с рейда быстро. Украли. А нахуй. Сальву по аверну сдайте. Убежали. У нас, кстати, нету средств хила на бойса. Ух, вообще. Один хоть стопать придется. Прибежали. Нету скоро. Катаемся. Нечаянно. На тапочку. Прибежали. Пошли. Пошли. Метка 5 секунд. Готовимся. Метка сейчас будет. White Horse, выбежал. Вышел назад быстро. Прибежал. А Уга на ХП, не? Собирается. Прибежать. Ты чё, ХП не хватает? Ну крикни, чё. Раджи, дайте набрать им огроз большого. Рога на поле? Следующий, Войт выбежал. Со следующей лучше будем дома. Пусть наберет игру. Забери, блядь. Забейте, вы чё? Никто не бьет. Прибежали. Хаос пошел на. Стали в звездочку, ждем лужу. Звездочку стали, ждем. Не домаешься, ну блядь. Куда сова ты побежала? Куда вы? Я хуею. Ты говорил выйти, блядь, вышли теперь. За суета, блять, алло нахуй. Все, давай Геру, поехали. Метка сейчас будет, блять. Дракона выбежал. ФПС-ный. Прибежали. А, надо. Блять. Не заносил. Почему не анонсило? Че за бред? Наебало. А моб выносит, выходит всегда не анонсил. Надо глаза разуть нахуй смотреть. Ну не всегда, давай обязательно. Летит. Хорош. Тупо вагоны, блядь. Блядь, упали нахуй. А где он? Этот пиздёж лишний нахуй вообще не нужен, блядь. А не где, блядь. В смысле, не анонс от РЛ, а анонс от ДБМ, блядь. Где, да. Я повторяю еще раз, когда выходит моб, оно не анонсит. Да всегда анонсил, а тут не анонсил. Никогда всегда не анонсил. Чё, блядь? Сейчас будет, на втором пуле будет анонсить. Ты так не сможете, да? Да не всегда он ломается, кстати. Да я чё, я так же бы нахуй сдох бы. Я вообще не ожидал. Не пойму, оно когда выходит моб, чаще стреляет или шо? Да нет. Ну, должно быть, на вроде каждые 10 секунд эта хуйня. Было пиздато, парень. Похороны, блядь, просто. Еще прикол,
Причем прикол, про первый раз, блядь, ну, про все поняли, что не анонсит, нахуй, и второй один раз уходил, всех похоронил вопрос.